людей, хочу подарки спросить. Здесь вот качели висят летом, а зимой их снимают, видимо. Классно, люблю такие арки всякие. Идешь там? Лавочка в конце. Вот, мы находимся с вами в арке. Идем. Скажите, пожалуйста, а где вы сейчас находитесь? Я у тебя интервью беру. Интервью, да. Где мы сейчас находимся? Как называется это место? Скажите, сквер. Сквер, ну понятно. А какой сквер? Струховский. О, хорошо. Ты мне лицо одно не снимай. У меня хоть пополам. Ну расскажите что-нибудь об этом сквере. Что вы о нем знаете? Где-то я уже говорила, что есть где-то водопад. А кто его строил? Я, конечно. Да, уж его. Эх, ты конечно, я строил. Ты куда снимаешь-то, Жень? Ты смотришь, куда ты снимаешь? Я строил. Его... Ты камеру смотри. После русско-турецкой войны водопад построили пленные турки. Который... Как, он недавно появился? Нет, его вот этот город строили пленные турки. А там этот как бы парк является бывшей дачей некого Струкова. Вот. Струкова, как говорится, уже давно в живых нет, а его дачу переделали в парк. И поэтому называется Струковский. Так что на тусе дачу какой же ты... В парк? Да, какой же ты краевед, если не знаешь. Ай-яй-яй. Рассказываешь подписчикам, а что рассказываешь, сама не знаешь. Надо все это знать. Ну вот, ты все это читаешь и знаешь. Ну я читаю, а ты что? Снимай нормально, пожалуйста, Жень. Че? Снимай меня хотя бы вот так, а не вот так. Ну куда ты идешь на меня? Здрасте. Куда ты на меня идешь? Интервью спрашивать. Вот так же иди, на расстоянии. А то будем с тобой ходить здесь 20 раз, пока не получится, все как положено. Скажите, пожалуйста, что в Струковском парке находится? Находятся лавочки, находятся крепление для качель, вот такое вот. А еще? Еще что еще находится? Здесь находится автозал. Скейт-парк здесь находится. Скейт-парк. Фонтан находится, фонтан-огород. Потом здесь находится шахматный клуб, там да? Люди шахматы играют. А где шахматы? Там офис какой-то. О, на точке, ай-яй-яй. А где? Потом здесь находится какой-то летний театр или кинотеатр. Ты что снимаешь? Тебя снимаешь. Вот. Раньше здесь ходил зоопарк, но в общем закрыли. И хрустили раньше были. Ну здесь, помню, живность какая-то в клетке. Там, по-моему, кролики были. Ну, кролики еще что-то там. Ну небольшой зоопарк. А так в основном карусели были всякие. Что-то их, короче, тоже. Да, вот, пожалуйста. Вот. Один кролик вот сбежал, остался жить в парке. Ну-ка, кролик, покажите. Сейчас. В парке живет. Дай парк. Вот кролик. Кролик. Ладно, дай. Пойдем наверх. Женька поднимается по горке ледяной. Ну-ну, давай.
не катится. Так, трахает, пахнет. Арка так красивая очень. Жалко, качели убирают. Думаю, пофоткаться сейчас. Тут есть такая площадка смотровая. И зимой здесь смотреть, как красиво. Выпадет снег, еще красивее будет. И летом здесь очень красиво. И построили здесь еще детскую площадку. Здесь у нас театр. Там памятник Пушкина, церковь. Там у нас еще храм мужской, по-моему. ГЭС и Жигулевский пивзавод. Так вот.